Меня многие спрашивают, почему нужно много денег тратить на свою красоту и почему эти деньги нужно брать у мужчины. Привет, роднулечки, с вами Эммануэль, и сразу же к делу. Если девушка так много тратит на свою красоту, значит, по ее же мнению, она считает себя некрасивой. Но в этом она никогда не признается. И вывод здесь какой? Значит, она с самого детства не признает себя такой, какая она есть от природы, и начинает себя преобразовывать. Ну вот, наконец-то все мои процедуры подошли к концу. Губки, как я хотела, щечки, все на месте. Завидуйте. Поэтому, дорогие роднулечки, запомните, если вы считаете себя некрасивой, то это ваша же проблема. А вашу же проблему вы должны исправлять сами за свои же финансовые средства. И запомните еще одно, то что настоящие мужчины ценят не красоту у женщин, для них все женщины одинаково красивы. Мы ценим вас, то что вы нас цените, мужчин, уважаете мужчин, и еще если вы сильные и независимые, естественно, и обеспечиваете нас, дорогих любимых мужчин. Отвечаю, вы так расширяете финансовую емкость своего мужчины. Чем больше мужчина вкладывается в вас, тем больше он вас ценит. Вы для него дорогая штучка. И уж точно мужчина не захочет отдать вас другому мужчине, потому что он очень много вас вложил. Ну а теперь самое интересное. Если ты, мой дорогой друг, вложил очень много денег в бизнес, в свое дело, и если это дело не приносит никакой выгоды, независимо, сколько ты там денег вложил в это дело, не приносит никакой выгоды, то пора это дело продавать, распродавать. Но зачем себя тянуть вниз? Ну, ё-моё, зачем? Зачем это надо? Согласен. Хотя, наверняка ты с самого начала думал, я не такой, у меня все будет не как у других, я буду вкладываться, буду батрачить, работать. Но в итоге-то